Ну вот знаешь, можно про подушки говорить сколько угодно, говорить про их качество, про то, из чего они, как они выглядят и так далее. Но мы же все понимаем, что нам на них спать, а не смотреть. То есть самое главное все-таки, наверное, насколько удобно, да? Конечно, самое главное то, что внутри этой подушки. Оно и обеспечивает основные свойства. Уникальное сочетание, совершенно, я даже покажу, не буду говорить, здесь. Потрясающий микс инноваций и природных материалов. Инновации находятся вот здесь. Здесь силиконизированное волокно нового поколения, которое дает упругость, которое дает ортопедические свойства нашей подушки, потому что обладает пружинистым эффектом. И это очень важно, потому что это обеспечивает вам комфортный и здоровый сон, снимает напряжение с шейного отдела позвоночника. А вот он, микс натуральной ткани. Ведь недаром наша подушка называется овечка Долли. Вот в этой подстежечке. Самое важное, что находится в этой подушке, это волокно из овечьей шерсти. То есть это натуральная абсолютно ткань, обработанная особым образом, что здесь не живет грибок, не живет плесень. Абсолютная гипоаллергенность. Это залог чистоты, залог гигиены вашей спальни. Слушай, то есть мне идеально, я так понимаю, подойдут эти подушки, если я недавно обнаружила, что у меня аллергия? Совершенно верно, абсолютно гипоаллергенные подушки, и с ними, с подушками овечка Долли, вы всегда знаете, что ваша спальня и ваше здоровье в безопасности. Никто чужой там не заведется, там создана специальная агрессивная среда для бактерий, а для нас с вами самая лучшая среда для успокоения, для оздоровления, для хорошего сна. Вы знаете, кстати, друзья, вот мой организм вообще не обмануть, я хочу сказать, Юля, кстати, подтвердит, как только появляются где-то на горизонте плохие подушки, а мы с Юлей иногда, она меня учит, ходим по разным магазинам, учит разбираться в качестве, да, какая у меня, Юля, реакция, помнишь, первое, первым делом? Я чихать начинаю. Вот, друзья, здесь не обманешь, я в прямом эфире, вот я живая, сижу с этими подушками, и вы можете в прямом эфире убедиться, вот я аллергик, у меня нет аллергии на эти подушки. Но главное, что ты на меня замахиваешься, что тут происходит? Ну, ты рассказала про то, что ты чихаешь, это значит, от твоих подушек летит пух-перо, нашими можно даже подраться, и ничего не полетит. Внутри инновационный наполнитель, абсолютно гипоаллергенный, никакого пуха и пера, об этом я вам, вас хочу особо предупредить. На таких подушках спать не надо, 21 век все-таки, век аллергии. Пух и перо? Нет. Вот ваша правильная подушка, овечка Долли. Спите на правильных подушках, о старых забудьте. Тем более, вы сможете свою подушку перьевую, например, постирать в машинке? Ну, конечно, нет. Это только химчистка или это только выбивание на солнышке? Нашу подушку, чехол можно снять и постирать просто в стиральной машинке. Даже размер 70 на 70 замечательно выстирывается внутри, вода не остается. То есть нет среды для развития бактерий, никто не гниет внутри, запах и подушка тоже не впитывает, и поэтому, конечно, это удобство, это ваш здоровый сон. Вот, друзья, если вы хотите сохранить здоровье, да, и еще чувствовать вот свежесть, да, все то, что нам дает стирка, то закажите эти подушки прямо сейчас. Я напоминаю, вот именно сейчас самый важный момент для того, чтобы приобретать подушки, потому что цена снижена до минимума. Причем это сделали не мы, а наши производители, которым мы безумно благодарны, да, они позволили, дав скидку нам, подарить скидку и вам. А вы испытывали проблемы с тем, как большое количество постельных принадлежностей убрать в маленький шкаф? Всегда не хватает места дома. У кого-то хранит в шкафах, а у кого-то их нет, и кто-то хранит в нише для дивана. Так вот, смотрите, 4 подушки вот так вот смяли, уместили куда угодно, а потом, через неважно какое время, достаем в нужный момент и пользуемся без проблем. Потому что они замечательно восстанавливают форму, не нужно их специально взбивать, не нужно их просушивать перед этим, они не будут гнить, даже если вы в загородном доме в шкафу их оставите месяца на 3. Достанете, запаха никакого не будет. Волокна внутри обработаны специальным составом, никто не заведется. Свежая подушка, как новенькая, даже месяца через 3 хранения. Снова для вас.